Здесь собраны студенты филологического факультета, отделения журналистики и пиар-менеджеры. Поэтому теперь слово вам. У нас телевидение выродилось в монстра, понимаете? В монстра, в страшного, агрессивного, глупого, бессмысленного, разжигающего межнациональную, межконфессиональную, межличностную ненависть. Это страшно, наше телевидение, первый и второй канал. Не позволяйте, чтобы вам полировали мозги. Берегите свою голову, берегитесь от пропаганды.